8-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ продолжается. Второй день форума продолжился в Институте психологии и образования Казанского университета, где спикеры представили свои доклады. С докладом об образовательной успешности студентов в российских вузах выступил директор Института образования Высшей школы экономики Евгений Терентьев. Основной месседж, который я хотел бы этим докладом сделать, состоит в том, что мы должны обращать на это внимание. Потому что, когда мы обсуждаем образование, мы очень часто закапываемся в каких-то вопросах формальных, связанных там, то или иное поколение в ГОСах, та или иная система оценки качества образования, и забываем про то, что одна из ключевых миссий все-таки образования, наверное, ключевая, она состоит в том, чтобы обеспечить вот эту жизненную успешность человека, который приходит в систему образования и должен получить оттуда какое-то знание, какой-то опыт. Напомним, 25 мая на площадке Казанского университета стартовал 8-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2022, который традиционно собирает лучших исследователей в области подготовки педагогических кадров из российских и зарубежных университетов, научных организаций. Форум проходит в смешанном формате. Название моей презентации связано с пониманием сложностей в педобразовании. Три аспекта – это практическая мудрость, педагогическая выносливость и такт, особенность преподавания. Форум завершится 27 мая в Институте психологии и образования Казанского университета, где оставшиеся спикеры выступят со своими докладами. Елизавета Никитина, Карина Саяхова, Фариза Хитаглы, Универньюз.